заказ, она спустится с лошади или будет кричать? Нет, смотрите, снизу кричит, сверху кричит. Не, ну а что, транспортное средство, собственно говоря. Кому мак-авто, кому мак-лошадь. Интересно, ее слышат? Наверное, слышат. Так, вторая вон поехала уже. Цок-цок-цок-цок. Не упади только с этой лошади, я тебя умоляю. Все. Все, сейчас есть как проезжайте к первому окошку. Ну что, что, что? Нет, движуха, движуха идет. Поехали. Я смотрю, не только меня это забавит. Ну, он для девочки, которая так посмотрела. А, и что там, там заказ какой-то летит. Блин, тебе же неудобно, спустись с лошади. Нет. Кофе и вода? Черный кофе просто, да? Лошадка так, она не просто, она белая в крапинку. Не знаю, может, она пришла что-то заказать. Что? Ну, вообще, конечно, странно, что они встали туда, где машины. Делать заказ, да? Куда они вообще? Привяжут нас. Нет, ну одна сходила, купила, поели. Кони в шоке. С ними там уже фотографируются. Девчонки сорвали кассу. Остановили работу в Макдональдсе. Здравствуйте, а будьте добры, один кофе. Черный. Один черный кофе. Хорошо. Спасибо. Ваш заказ на 9 рублей. Проезжайте на оплату. Спасибо. Пытаемся. Что, весна пришла? Самая. Эти лошади меня умиляют. Это повезет, понесет. Да, ты права. А, здесь еще не выдача, да и сдачу пока только дали. Там больше, пакет целый. Ну, ничего, с одной рукой. Здравствуйте.
да? Спасибо. Вот это окошко, да, ты сейчас проеду. Это окошко. Здравствуйте, спасибо. Пожалуйста. Здоровье. Такие же туда. Где там запасы? Пополнится.